сейчас на этом месте остановлен, там очень большие ямы. А этот дискомфорт, который происходит сейчас, обосновался всем. Мы асфальтировали, начали, да, первый этап асфальт мы сделали, но второй этап начинания асфальта на улице Комсорхозе, почему мы тогда остановили, потому что тогда там соединения не было. Здесь после вас работали руки, люди, которые руками работали, и они были 100 раз лучше сделали все свое дело. Да. Этот механизация есть, все есть, а в самом деле ничего не делают. Организация плохая. Три месяца мы работали на Комсорхозе. Как все улучшится, мы это будем сделать. Потому что это для нас тоже важно. Но процесс длился насчет того, что домосоединение закончить, и начался зима. Из-за погодных случаев мы не смогли это сделать. Ну, сейчас ждем. Вот в конце февраля вот мы смотрим прогнозы и надеемся, что погода нормально будет. Вот как погода нормально будет, мы будем начать асфальтный процесс на улице Гамсахурдио и на улице Толстого. И мы надеемся, что вот в течение марта этот процесс во всем закончится. Погасанебад, калак зубдичи мебинарёвс, упрецедендо проекты, ромелиц моицавс, мтлиани зубдидис масштаби, цхалмумарагубис системис да канализациис, ану цхалдарнерэбис системис моцхобас, могуарэбас, канцменди нагибобит, ам проектэбтан дакавширэбит, арис гаркоули факторэбма иконие зэмокмедэба, эс арис гампиробэбули климатури пиробэбидан, имиторо залиан диди налехия, могихсанебад, на ძალიან დიდი ნალექი თოვლის სახით დაგროვდა, რის შედეგადაც შეჩერდა სამუშაოები და ძლიერი ყინვების გამო ეს სამუშაოები კიდევ უფრო მეტ ხანს შეჩერდა და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვინდა რომ როგორც კი დათბება ეს სამუშაოების პროცესი თვალი ვადევნოთ და ეს სამუშაოების პროცესები განახლდება.